Во-первых, нас сегодня снимают. Продолжается регистрация. Напоминаю для всех. Сегодня, я так понимаю, будут у нас специалисты по легкой атлетике. Разминка специальная для всех участников и для всех желающих. Исключительно сама с собой всегда. Погода шикарная, настроение отличное. Кто-то есть, кто готов тебя к конкуренции и, возможно, побороться с тобой за кубок? Есть, но всегда борьба за Женщины стартуют все вместе. Мужчины через 26 минут после старта женщин. Абсолют. Настрой был хороший, погода замечательная, спас собственно бегу. Мне все понравилось. Изначально хотел побежать сразу первой. Аплодисменты, друзья! Это первая среди клиентов борт-класса, это Абрамовский Ольга. Борт-класс Тверская. Поаплодируем, друзья! Большая часть трассы лежит по прямой линии без спуска с подъемом. Я даже обрадовалась, когда увидела трассу, я поняла, что это самая-самая пересеченная трасса, по которой когда-либо я видела. То есть спуск-подъем так и получалось все время, да? Очень много спусков, очень много подъемов, но приятный финиш в конце, когда трасса действительно ровная и даже под горочку. Это было приятно. Спасибо огромное. Старт готов. Итак, мужчины, буквально через несколько минут будет дан старт на дистанцию 11,2 километра. Уверен, что вы все знаете. Уверен, что вы знаете, как определить силы. Итак, друзья, дан старт. Дан старт на дистанцию 11,2. 30 секунд до старта. Мужчины, сотрудники и члены клуба.
финиширует номер 108. Буквально занесло чуть-чуть на повороте. Финиширует Чебухин Александр. Приветствуем победителей. В очередной раз в этом сезоне жмут руки. Ведь все было по-честному, все было справедливо, все было по силам. Расскажи впечатление, какой сегодня был настрой. Погода, зрители, все, поддержка, все очень понравилось. Это и передалось всем. Ну же понятно, все было задний колос, впереди он, и как бы все держится. Самая тяжелая дистанция была придумать ее. Но слава богу, мы сделали это заранее. Поэтому бежалось легко. Слава богу, я понимал, где повороты, где поделать, где спуски. Думал, что разложил дистанцию нормально. С учетом, что я готовил. Я довольно. Еще довольно Ярошенко. Традиционно. Создал мотивацию, чуть-чуть унизил его на финише. Чуть-чуть буквально. За это спасибо. Одной на пьедестале. Очень здорово. Это первый мой кубок. Надеюсь, что не последний.